Как организовать договорняк в футболе? Договориться с вратарем, подкупить судью или совсем дорогой вариант итальянского скандала нулевых – Кальчополи, когда Милан понизили до серии Б, а Юве до серии С. Тогда сговор был организован на уровне футбольных функционеров и президента Федерации футбола. Все это сложно, а можно ли провести договорняк в одиночку? Спойлер – да. Один англичанин смог это сделать, даже не принимая участия в матче. Как? Сейчас расскажем. Всем привет, меня зовут Галина. Погнали! Раньше футболисты ставили на матчи, на ход которых они не способны повлиять. Так делали Буффон, Пол Скоулс, Дэниел Старридж и другие. Их истории мы рассказывали в другом видео. Правила изменились. Английская федерация футбола полностью запретила играть на тотализаторе летом 2014 года. Такой же запрет есть и в кодексе FIFA по этике. В 2017 году во многих СМИ, таких как Times и Washington Post, разошлась история о самом толстом вратаре в мире Уэйне Шоу. Его команде Sutton United из 5-го английского дивизиона предстояло играть с Арсеналом в 1/8 Кубка Англии. Шоу был заявлен как второй вратарь, но фактически являлся членом тренерского штаба и отчасти брал на себя роль администратора, следил за полем домашнего стадиона и даже занимался с детьми с особенностями развития в академии клуба. В общем, игрок весом в 125 кг на поле так и не появился, но это совсем не помешало ему попасть в неприятности. Упс. Заскучав на скамейке запасных, Шоу решил перекусить. Он достал пирог и приступил к законному ланчу. Дело в том, что перед игрой с Арсеналом Саттон подписал однодневный контракт с букмекером SunBets. Так маленький клуб нашел дополнительный способ заработать, используя редкое для себя эфирное время на большом телеканале BBC. Букмекер принимал ставки на странное событие. Оно самым прямым образом касалось Уэйна Шоу и пирога. Футболист знал об этой линии, а также в шутку пообещал паре друзей, что съест пирог. В итоге английская футбольная ассоциация трактовала его действия как нарушение. Итогом перекуса стало расторжение контракта с клубом, дисквалификация на 2 месяца и штраф в 375 фунтов. Это почти 40 тысяч рублей. Тогда казалось, что федерация разрушила жизнь Уэйну. Его друзья рассказывали, что перед тем, как устроиться в Саттон, Уэйн долго не мог найти работу, поэтому потом он отдавал всего себя клубу. В итоге все сложилось не так плохо. Он стал героем нескольких рекламных кампаний, на которых заработал не менее 40 тысяч евро, получил приглашение от ведущих телеканалов и сыграл в футбол с бывшим нападающим Арсенала Иэном Райтом. Разговоры о трушности рекламной кампании опустим. По ролику поведения Шоу в воротах можно описать так. Либо он пассивно смотрит, как мяч залетает в ворота, либо делает эпичный сейв. Важнее то, что, учитывая его физическую форму, скиллы Уэйна впечатляют. Оставшись без футбола, Шоу обратился ко второй своей страсти – фастфуду. Экс-голкипер открыл кафе, где продает фирменные пироги. Но все же совсем без спорта Уэйн жить не смог. Сейчас он совмещает бизнес и работу в футбольном клубе «Тоттен», недалеко от родного Саутгемптона. Поделитесь видео со своим техничным не по весу другом, ставьте лайки и пишите в комментариях, какая ваша ставка была самой рисковой. Пока!